Моцарт в легком опьянение шел домой. Было дивное волненье, день шальной. И глядел веселым оком на людей композитор Моцарт Вольфганг Амадей. Вокруг него был листьев липы легкий звон. Тара-тара, тили-типит, думал он. Да, компания, напитки, суета, но зато дуэт для скрипки и альта. Пусть берут его искусство задарма. Сколько требуется чувства и ума. Композитор Моцарт Вольфганг, он гораст. Сколько требуется, столько и отдаст. Ох, и будет Амадею дома в лед, и на целую неделю черный лед. Ни словечка, ни улыбки, ни мота. Но зато дуэт для скрипки и альта. Да, расплачиваться надо на миру за веселье и отраду на пиру, за вино и за ошибки дочиста. Но зато дуэт для скрипки и альта.